вопрос о проведении работы по исключению подтопления подвального помещения. Подвальное помещение в этом доме, да? Речь идет об этом доме. Да. Что там происходит? Мы уже месяц назад об этом говорили, что вы эту проблему решили. Вода появляется, почаем она постоянно появляется. Не, я понимаю, но вы же там какую-то гидроизоляцию должны сделать. Гидроизоляция выполнена, но там не в этом. Они сейчас через технологические отверстия попадают туда, просто в подвальное помещение. Она периодически, как дождь прошел у них, везде, где инженерные сети идут по этим каналам, туда идут. Пока не заделывают. Ну, значит, надо качать, если вы не можете качать. Вопрос, вот только, в принципе, только такой вот. То есть качаем до посинения, качаем, да? Пока не закроем технологические отверстия. Технологические, в принципе, но пока крыша не будет.